Добрый вечер. Во-первых, из самой странной комнаты, которую я держал пресс-конференцию в своей жизни. Вы, может быть, это не видите. Во-вторых... Картинки, все хорошо. Да, это самое важное. Да. А ничего, что сказать. Это было, мне кажется, без вопросов, самая лучшая игра в этом отрезке чемпионата России. Не говорил про играх Локомотива и Динамо, но вообще чемпионату России. Практически ритм был такой жесткий, не остановились ни секундочки. Jedna i druga komanda starali se, očin mnoga, bilo momentov pred vratam i prosto nije kažeća što bila odlična, odlična interesna igra dla Balješikova. Bilo otrezak igre kada mi bili lušći, bilo otrezak igre kada Dinamo bil lušći na polje. Osobeno prvi tajm bil interesni, Dinamo nam sazdaval problemi s tim, čez centralnu zonu s tom svojom igrom. Tri opornika i Vingerov, u nas bila i štangla i gol i šo momento tože u Dinama, osobeno iz zone udara, otkuda i zabili gol. I, no, na Pererive tam zdjelali kakije korekcije i praktički v vtorom tajme, k sažalenju, ne smogli mnoga pri ataki zdjelati, čem je to za 100% golevoj moment u samom konce igre, čez predaču Beka i moment Lisakovića. A u Dinama bila boljše momentov, no eto sve mnje, kaže se, proishodilo iz starova mjača, iz borbe, iz etava što mi starali s igrat vertikalno, oni odbirali eta mjač iz odskokov. No, sve ravno odlična igra, ačko každoj komande i dvigajem se dalje. U nas etih šest turo bilo četiri derbija, Zenit, Dinamo, Krasnodar i CSKA. A dinacat zbornikov u nas je i čas. Mnije kaže se što je ta pauza nam očin na poljzu, što bi ustanovili komandu, što bi bil baljšoj vibor igrakov u nas, na mnoga boljše čem što jest na danji moment. I toljka je sleksio zborniki vrnut se k nami, daj Boh živi i zdarovi, poslije etih igri za zbornaje. Bude u nas tovarišeska igra proti CSKA pjatava čisla. I potom u nas sasvim je, kaže se, druga je zadaća pred nami. Budem igrat protiv komandah koji budu gotovi igrat starim numerom i begat na kontrataku, tak sasvim druga je zadaća pred nami sljedujuše četiri igre ruskom čempionate, a to že u nas inače najed Liga Evrope, tak snova šest igri septembra i načalo oktjabra, nada gotovi ceketu. Хочу поблагодарить нашим болельщикам, как всегда, за поддержку, а мы будем стараться дальше добавлять очков и делать их радостным после игры. Счастливы. Марк, здравствуйте. Вопрос по новичку Бека. Он понравился, честно говоря, в тот отрезок, когда вышел. С учетом дисквалификации Баринова, есть шанс увидеть следующие уже матчи? В основном составе, готов он физически на 60 минут условно? Слушай, он две тренировки отработал с нами, но мы его купили, чтобы играл, а не чтобы сидел. Мне тоже кажется, что он показал для этого время, что был на поле, что там качество есть. Во-первых, он не боится забирать мяч у себя, это самое важное в опорной зоне. Потом дали эту отличную голевую передачу, но мально там есть еще над чем надо работать. Это парень 19 лет, иностранец, который первый раз за границей, но это точно игрок хорошего будущего. Это, мне кажется, по этой игре. А когда он будет 100% готов, это будет товарищеская игра перед нами, как я сказал, со ЦСКА. Это хороший момент ему добавить больших минут и посмотреть, сколько ему хватает на данный момент. По тестам, в принципе, он готов, потому что он практически чем этих 5 дней, которые провел при трансферу, он тренировал там с Каном, со своим командом, и тесты неплохие, но тесты одно, а игра совсем другая. Марко, как оцениваете студийство в сегодняшнем матче? Отлично. Мне кажется, вообще отлично. Я доволен последних пару туров. Первые три тура у нас было вообще так хаотическая ситуация с этим вопросом, а последних три тура я не вижу никаких вопросов. На таком ритме игры и было и ситуация, которая не просто. В России есть хороших судья.
Их надо поддерживать, а не обсуждать каждый тур поотрицательно. Так это у них будет и больше уверенности и качества, если амбиент около их и атмосфера будет такая, что они почувствуют, что есть доверие к ним. По десятибалльной шкале идут до 9, на сколько? 10 баллов, какая оценка, если 10 баллов? Да не знаю, он не был на поле много, там 20-25 минут по баллов. Я не оцениваю моих игроков по баллам, но неплохо отыграл.